Здрасте. Здрасте. А я оделся, подготовился. Я вижу, красавчик. Спасибо. Ну что, начнем? Одну секундочку. Ага. Крепкая. Такая. Начнем? Садись. Ладно. Для начала уладим несколько формальностей. У нас сейчас все строго регламентировано. Европа. Сами понимаете. Разворачивайте. А что это такое? Это акт о совершении акта. Что-то я не понял. Я прошу прощения, девушка, у вас бордель или что? Мальчик, полегче. У нас административный центр эротических услуг. Так что не бордель, а серьезная организация. О, придорожник. Между прочим, лучший из непрошедших вуза. Понятно. А как вас туда вообще берут? Мы проходим очень жесткий отбор, к твоему сведению. Да? В первом туре дальше прошли только те, кто пришли. Ну, может быть, мы начнем? Начнем. Итак, пункт первый. Хорошо. Сторона, получатель удовольствия. Это я. Именуемая далее как гражданин Петров. Я Петров-то. Это вы. Обязуется получить удовольствие от физического лица, а также физических бедер гражданки Ефросинии Свистулькиной. Это вы. Да, с первым размером груди. Секундочку, я прошу прощения, но я заплатил большие деньги. И там в интернете было написано, что у вас третий размер груди. Да, но по бумагам первый. Ну, просто государство решило уменьшить налоговое давление на малый бизнес, понимаете, да? Поэтому так налог меньше. Интересно. Вы, кстати, не переживайте. Я видела, как вы из душа выходили. Вас налоговая вообще не тронет. По детской квоте пройдете. Это уже хамство, девушка. Пункт второй. Хорошо. Сторона заказчика, именуемая далее как верхняя, и сторона исполнителя, именуемая далее как нижняя. Нижняя. Договорились, что по обоюдному согласию могут меняться сторонами. Это устраивает? Это устраивает. Прекрасно. Ну что, может быть, начнем побыстрее как-нибудь, да? Молодой человек. Да. Послушайте, вы что думаете, вы у меня один такой? Знаете, сколько таких, как вы, через меня каждый день проходит? Правила для всех одни. Заполняем анкету, подписываем договор, оплачиваем счет, ждем 14 календарных дней. Я не могу понять, это что за развод такой? В чем развод? Какие 14 дней я должен ждать? Такие, пока деньги не пройдут через наш прастовый фонд. Прастовый фонд? Ну хорошо, а можно какую-то услугу, я не знаю, пока мы ждем, там, ну, не знаю, ну, приватный танец? Приватный танец можно. О! Государство как раз утвердило список разрешенных танцев. Там, правда, сейчас один гопак. Но я могу. Начинать? Не, давайте заполнять анкету. Ага, прекрасно. Итак, вы из какого района? Сюда смотрим? А, да, извините. Я из Соломенского. О, малыш, тогда с тебя полная предоплата. Почему это? Да потому что сегодня уже трое из вашего района приходили просто помыться в горячей воде. Ну, так, хорошо. Давайте медосмотр небольшой. Медосмотр, пожалуйста. Угу, ручки покажите. Покажите. Да, подожди, что это за бред? Что происходит? Я сюда пришел совершенно по другой причине. У вас что, проблемы с гигиеной? У нас проблемы с гигиеной? Да. Слушайте, вы пришли в серьезную организацию. Ревизор рекомендует, между прочим. И еще, к вашему сведению, у нашего заведения аж 3 мишленовских звезды. 3 мишленовских? Да. Может быть, вы хотели сказать мишленовские? А вы сюда покушать пришли? Заполняем анкету. Ага. Давайте. Ну, хорошо. Давайте сразу определимся со средством контрацепции побыстрее. Да какая разница? Что за побыстрее? У меня 14 дней. Мне еще ждать столько. Хотите побыстрее? Да, очень. Ну, тогда возьмите биометрический презерватив. Есть такой? Есть такой. Беру с удовольствием. Прекрасно. Клубничный, сверхпрочный, рифленый какой? Да мне пофигу какой, давайте быстрее. Ну, выберите какой-нибудь. И мне все равно, я вам сказал, девушка. Слушайте, вам все равно, а у меня на это 3 разных бланка. Хорошо, клубничный я возьму. Прекрасно, на них как раз сейчас акция.
Да, ну раз уже есть время, поболтаем. А есть какие-то скидки на это дело? А у вас есть карта киевлянина? А, вот зачем она. Ну хорошо. Можно быстрее, можно как-то договориться с вами. Договори, шоколадка. Молодой человек. Да. Вы что, смеетесь? Вы не в ЖЭКе и не в больнице. Здесь проститутки и помоложе, и попринципиальней. Постель брать будете? А надо? Ой, я не знаю, сами решайте. Постель нам предоставляет Укрзалезница, летом на ней свежо. А осенью сыростью трошечки отдает. Тогда не надо. Особенное пожелание. Какие пожелания? Я и так уже заебнил. Я хотел что-то особенное. Понимаете, у меня это первый раз в борделе. Я хотел с изюминкой. Понятно. Особенное, первый раз с изюминкой. С изюминкой можно? Оригинально. Галя, изюминка нужна. Какая Галя? Сюда идите. Встаньте сюда. Да встаньте, что вы боитесь? Что происходит? Дорогие похотливые гости и люди, которые просто пришли понаблюдать. Сегодня корабль любви отправляется от пристани желаний в бухт наслаждений. Молодым морячком впрыгивает наш клиент в шлюпку, полную любви, ласки и высокого европейского уровня обслуживания. Где там бросает свой якорек в пучину, в которой в поисках сокровищ потерялся не один водолаз. Дорогие похотливые, согласен ли ты, Артур, овладеть Ефросиней? Да, уже! Отлично. Распишитесь в книге «Оформление сайт». Да вы что, издеваетесь, бюрократы? Я не буду нигде расписываться, понятно? Мужчина, вы нам все портите, чего вы орете? Что я тебе порчу, а? Что такое, сейчас приедет СМИ? Мы снимем сюжетик. Какой к черту сюжет? Как это к черту какой сюжетик? Вы лежите в постели с прекрасной девушкой. Так. Между вами мэр. Это не мэр Одессы. Зачем мэр? Ну как, зачем он перерезает ленточку? И мы все начинаем! Да мы уже закончили, ё-моё! Квартал 95! Ну и, собственно говоря, самой актуальной новостью недавно стало поздравление первой леди нашей страны, адресованное своему мужу в день рождения. Давайте посмотрим фрагменты этого поздравления. В ефірі екстрений випуск новин. Вітаю вас. Петро Порошенко завжди був лідером. Він завжди на передовій. Не боїться приймати виклики долі і за жодних умов не уникає відповідальності. Я щаслива, що ці риси успадкували наші діти. Докладніше у наступному сюжеті. Я завжди брав з тебе приклад. Я люблю спорт, бо мене надихають твої досягнення. Я вивчав мови, бо ти показав, наскільки це важливо. І я з гордістю промовляю. I am Ukrainian, and I'm proud of it. 33 щасливих роки подружнього життя, 26 з яких в незалежній Україні. Ми разом з країною вчилися жити, любити, бути гідними і сильними. Ми – невід'ємна частина одне одного. Да, ну це були фрагменти, дами і господа. Давайте посмотрим повну версію поздравлення. В ефірі екстрений випуск новин. Вітаю вас. Сьогодні самий важливий день для всієї нашої країни. Сьогодні у президента України Петра Олексійовича Порошенка юбілей. Йому виповнюється ровно 52 года і 17 днів. Дорогого мужа, отца, друга и коллегу
успешного руководителя предприятий пищевой промышленности, а также просто замечательного президента поздравляют семья, близкие, друзья и по совместительству члены правительства и парламента. Стране ты Богом послан в трудный час. Шо там окно? Ты дверь в Европу приоткрыл для нас. Так правь 5 сроков Путину на зло. С тобой стране и Богу повезло. Поздравлением от детей, жены, собаки. Присоединяются и самые обычные люди. Пожалуйста. Спасибо. Здравствуйте. Я обычный человек. Я сосед Петра Алексеевича Порошенко. Простой смертный. Живу за забором, буквально в 15 километрах от дома гаранта. Что я могу сказать? Я простой художник. Простой личный портретист Петра Алексеевича. И пусть многие говорят, что в моих картинах он не такой, как в жизни. И в жизни он не таков, как в моих картинах. Он не настолько молод, не настолько худощав. И что вокруг его головы ничего не светится. И он не попирает поверженных врагов ногами. Но я художник, и я так вижу, и я так зарабатываю. С праздником, Петр Алексеевич! Спасибо. Юбиляра продолжают поздравлять заслуженные деятели искусств. Эстафету принимает заслуженный деяч мистецтв Микола Йосипович Лившиц. Будь ласка, Микола Йосипович. Дорогой, уважаемый Петр Алексеевич, вот уже несколько месяцев я готовил для вас большой фортепианный концерт. Но знаете, как говорится, талант не пропьешь, а вот фортепиано запросто. Поэтому тоже стих. Прибавилось на голове седых волос, ведь время реформаторства досталось. Казалось, что не сдюжишь, не смогешь. И что же оказалось? Не казалось. Спасибо. В рамках нашего скромного 24-часового поздравительного марафона свои поздравления принимает дорогой сын, любимый муж, заботливый отец, приветливый Шурин, интересный двоюродный брат, деликатный дядя, бесценный деверь, щедрый свекор, внучатый племянник, неподражаемый кум, ласковый сват, сказочный зять и просто хороший сверхчеловек Петр Алексеевич. Или, как по-свойски называют его обычные люди, светило. Еще один гость. Здрасте. Я обычный человек, вы меня, наверное, узнали. Да-да, это именно ко мне всегда на улицах подходят журналисты Пятого канала. Многие скажут, что жить простому украинцу в стране тяжело. Я категорически с этим не согласен. Знаете, ведь сколько будет у Петра Алексеевича таких вот каналов, тем больше будет нас вот таких обычных, состоятельных, обеспеченных людей. Спасибо. Спасибо. Никто не знает, какой ценой мы сохранили Украину. И я не знаю, а мог бы и сказать. Все-таки жена. Святыня. Твердыня. Дыня. Я не могу подобрать нужных слов, когда говорю о тебе. Так пусть о тебе скажут обычные люди. Здравствуйте. Я обычный электрик. Обычный электрик дома президента.
Недавно я чинил проводку, и меня очень сильно поцеловало током. Именно поцеловало, потому что это были не обычные 220. Это были 220, заряженные позитивом и энергетикой нашего гаранта. От всех электриков нашей страны я хочу сказать, что вы, Петр Алексеевич, вы не ноль, вы фаза. Что с английского переводится «отец». Спасибо и вам. Спасибо, Маза. Что я могу сказать, как жена президента? Петр, несмотря на президентство, обычный человек. К сожалению, последние 3 года он женат на стране. И все, что он должен делать с женой, он делает со страной. У нас снова гость. Я водитель президентского кортежа, Никита. Петр Алексеевич, не узнаете? А так? Ага, це я. Моя работа ничем не отличается от водителя маршрутки. Ведь мне каждый день приходится смеяться над одной и той же шуткой. Шеф, банковая, 2 счетчика. Я и раньше работал с президентами. Возил Кучму, возил Ющенко, увозил Януковича. Но не об этом. Сегодня хочу вас поздравить и подарить стих, который сам сочинил. В этот день родили тебя на свет. В этот день ты с иголочки одет. В этот день и водочка не во вред. Ведь тебе сегодня 52 года. Ну, завтра возле парадного, как обычно. Несколько слов о нашем следующем госте. 30 лет алкогольной зависимости, 26 из которых в независимой Украине. Что может лучше охарактеризовать нашего следующего выступающего? Слово предоставляется учителю труда Винницкой, в прошлом общеобразовательной, а с недавних пор и градообразующей школы, где учился наш юбиляр. Спасибо. Пожалуйста. Здравствуйте. Я обычный трудовик в школе, где учился Петька. Петр Алексеевич. Так вот, 40 лет назад будущий президент своими руками сделал вот этот табурет. И вот только теперь я понял, для чего. Страной управлять, не покладая рук вам. И даже ваше имя всем пример. Ведь Петр, це не просто вам 4 буквы. П. Президент. Йо. Т. И Р. Спасибо вам большое. К сожалению, мы вынуждены заканчивать. Юбиляр лично просил меня не превозносить его, так как ему предстоит еще много дел. Вот видите, этот святой человек отложил свое вознесение ради 2-го срока. Но я хочу, чтобы ты, Петя, знал, тебя сегодня поздравляет не только Украина, но и весь мир. В твою честь ребенок назван был в Китае, ведь один такой ты миру дан. И теперь по улицам Шанхая будет бегать желтенький Богдан. С днем рождения, любимый! Спасибо! Квартал 95, дякуємо! Молодожены, которым уже далеко за 30. Первая брачная ночь. Подсмотрим. Спасибо за доставку. Сколько я вам должен? Спасибо, брат. Ой. Вообще-то, мог бы и сам невесту до дома донести. Уже жену. Любовь моя.
Ты знаешь, какая у меня больная поясница. Ой, да знаю, знаю. Ладно, наконец-то. Да. Наконец-то дома. Слушай, я думала, эти гости никогда не разойдутся. А что? Ой, как хорошо. Очень хорошо. Ну что, Вовочка? Что? Я понимаю, все устали. Но, как ни крути, первая брачная ночь. Традиция, все такое. Давай. Давай, главное сейчас собраться и вспомнить. Да. Помнила, это. Руки мы помыли. А, средства защиты. Ну, молодец. Я бодряк, я сейчас так. Что у нас тут? Это розовое, это не то. Это с пупирышками, это больно. С усиками. Я вспомнил! Сегодня же дерется усик. Включаем телевизор, быстро! Вова, какой усик? Ну, первая брачная ночь, ну. Ой, да проси, моя, давай без звука посмотрим. Вова! Да, какой там усик, да. Конечно, первая брачная ночь. Ох, сейчас тут будет разрыв. Сейчас тут... Ну что? Ну что, давай? Давай. А почему ты не хочешь? Почему не хочу? Я же сказала, давай. Серьезно? Да. Мне просто послышалось, нет. Я-то просто очень хочу. Ну, я тоже. Не, если ты не хочешь, не надо под меня подстраиваться. Так я же да. Ну да, тогда. Ну вот и все. Ну вот и все. А где пульт? Вова! Забыла, извини, моя любовь. Да. Мы же теперь в новом статусе, муж и жена. Давай начнем. Господи, как хорошо. Мамочки, какое наслаждение. И все? О, да. А в этом смысле? О, какой кайф. Супер. Слушай, ну я вся дрожу прям. Я думаю, это торт. Меня тоже поташнивает. Да нет, я о том, что раньше рядом со мной ты тоже весь дрожал. Ага. У тебя были влажные ладони. Не проблема. Иди ко мне, моя любовь. Вова? Да. Поставим будильник? Конечно. А. Надо же не проспать. Ну да. После этого бурного веселья. Я поставлю на 7:30. Хотя нет. Ночь обещает быть долгой. На 7:35. Ну что? Принеси мне шампанского. Шампанского? Да. Конечно, конечно, конечно. Холодненького? Холодненького, да. Из холодильничка. Я взял шампанское, котлетку. Вов, ну куда ты котлету на ночь ешь? Ты знаешь, сколько там калорий? Ну мы же собираемся их сейчас сбросить. А ну-ка, шампанское дай мне. На, я прямо сейчас начну сбрасывать калории. Хоу! Ну как? Класс! На кого я похож? На кого? Я кокусик. Кокусик? Кокусик! Это ты в том смысле, что ты там по 40 минут сидишь? Я кокусик! Кокусик! О, боже, извини! Да, боксер, иди сюда, мой чемпион. Иди. Так, собака, не ты чемпион, я чемпион. Иди отсюда, чемпион. Так, ну что? Нет, Вова, ну подожди, ну теперь у тебя руки котлетами пахнут. Это не проблема. Чемпион. Так, ну все, иди отсюда. Хорошо, я с удовольствием. Нет, Вова, ты иди сюда. Да, извини. Ну что? Ну что? Может, поиграем? Игры я люблю. Мелитополь. Тебе на L. Да нет, Вов.
Не та игра. А какая? Догони меня. А, эротические. Поймай меня. Ну-ка. Ох, я сейчас тебя догоню. Не поймаешь? Я прямо пантера. О, да ты тигр. Я тигр. О, я чувствую прямо тучи сгущаются. Сейчас тут всю мебель разрушу. Ты прямо как ураган Ирма. А, да. А я как ураган Мэтью. Ох, держись, Орландо. Давай в другую сторону. Ой, подожди. Фух, что-то меня... укачивает. Ну что, зайчик, продолжим? Слушай, ты можешь не называть меня такими словами сладкими, зайчик? Я хочу жестких слов, как в голливудских фильмах. Так, чтобы ты меня прям грязными словами оскорбила. Грязными хочешь? Ну хорошо, жматяра. Ну... Нет? Не, алкаш! Да не очень пока. Ну ладно, иди сюда, мой рукожопик. Рукожопик мне не нравится. Лох! Лох не надо! Лошок! Сядьте, моя любовь, сядь. Послушай, дорогая, я сейчас подумал. Послушай. Да, я понимаю, брачная ночь – это важная церемония, но нигде же не сказано, что секс должен быть именно в эту ночь. Ну да. Ну чё мы напрягаемся? Давай посмотрим в нашу записную книжку, в календарь и найдем свободное интимное окошко. Слушай, точно. Это потрясающая идея. Так. Так, ну значит что, может завтра? Ну, завтра, пока мы выспимся. Ну да. Да. Хорошо. А может быть, в четверг? Так в четверг же у тебя банный день. Святое. Так. А что у тебя в пятницу? Слушай, а у меня пятница свободна. И у меня в пятницу свободный день. Слушай, так может быть, пускай и будет свободный день? Логично. Конечно, отдохнем. Конечно. Да, ну тогда придется сегодня. Да. Ну давай, расскажи мне, что ты сейчас со мной сделаешь. Ох, сейчас начнется. Я сейчас, главное взбодриться. Сейчас я нападу на тебя. Я сорву себя одежду. Потом я что-то еще придумаю. Вова! Ах, ух, рубануло меня! Вова, ну так нельзя. Ну надо как-то взбодриться. Давай быстрее. Быстрее. Подожди, Лен. Подожди, дорогая. Ну что мы с тобой как эти малолетки? Тупые. Нам только надо... Не надо. Мы же умные, интеллигентные люди. Давай... Представим на секунду, что мы как бы это уже сделали, и уже лежим кайфуем. Мы уже получаем удовольствие, а потом второй раз, ты же знаешь, по накатанной пойдет. Точно, а? Ты молодец, давай. Давай. Так, ну как будто все было, да? Да. Ух, супер. Класс. Слушай, ну ты зверюга. Ну так и... Ну что, может повторим? Нет, ни одного раза достаточно. Вова, что? Что значит достаточно? Ты обещал. А, да, прости. Знаешь что, я понял, Леночка, я понял. Смотри, я сейчас на всякий случай выпью одну таблеточку, чтобы был ураган. Ой, я возьму таблеточки, у меня какая баночка. Ой, берем, я боюсь там, уже. Ну что? А я сейчас еще одну таблеточку возьму. Вторую, чтобы наверняка. Вова, мне страшно. Тихо. Ну? Знаешь что? Давай я посмотрю на инструкцию. Может, три таблеточки можно? Ну давай, скорее. Ага. Сейчас я вооружусь. Твою мать! Это не те таблетки. Что ж, дорогие любители бокса, я вас поздравляю. Александр Усик – новый чемпион. Ладно, залезай.
чемпион. Давай. А недавно, и это абсолютная правда, Надежда Савченко призналась, что в 21 год она подрабатывала в службе секс по телефону. Однако, был ли у Нади в прошлом секс без телефона? Об этом история умалчивает. Итак, давайте перенесемся с вами на 15 лет назад. Алло? Вы позвонили в секс по телефону. Оставайтесь на линии. С вами сейчас свяжут. Алло? Алло, алло. Извините, я, наверное, ошибся. Не-не, это секс по телефону. Добрый день. Добрый. Что ж, давайте знакомиться. Савченко. Очень приятно. А можно как-то ласково? Савченко. Да я понял. А имя у вас есть? Надя. А можно не так обычно? Викторовна. Я понял. Я буду вас звать Сабрина. Хорошо. Только я Надя. Хорошо, Надя, давайте начнем. Давайте. Починай, курносый. Ну, опишите себя. Ну, значит, я... А, сексуально. Да, я понял. Б, красивая, В, нежная. Не-не, а сексуально, это одно слово. Да мне так сложно представить. Может быть, вы похожи на какую-нибудь знаменитость? Сильвестра Сталлоне, знаешь? Ну, знаю, а при чем здесь? Ну, примерно то же самое, только я не такая смазлива. Послушайте, вы точно женщина? Так точно. Я маю характерные жіночі признаки. Такие, как груди, дві штуки. И інші полові признаки в полном комплекте, согласно уставу. Так, подождите, я не понял. А что-нибудь сексуальное у вас есть? Є 4 татуировки. Вот, супер, опишите. Значит, N на указательном пальце. А на среднем. Да, я помню, вы Надя. До конца дослушай. Т на безымянном и О на мизинце. Ну, есть еще одна, только то сильно личная. Подождите, что значит личная? Вы расскажите, я доплачу. Ну ладно, слушай, значит, А большое, скобка открывается, 2 римское, скобка закрывается, Р, H плюс. Подождите, слушай. Давайте лучше сразу к делу, без этого. Ага, давай, только у нас по протоколу декілька питань. Тобі є 18? Есть, конечно, а какая разница? Солдат ребенка не обидит. Давай, як ти любиш? Зверху, знизу? Ну, мне больше нравится сверху. Домовились, полізеш на другу полку, касатик. Що тебе заводить? Ну как что, ну красивые девушки. Що ще? А длинные волосы. А ще що? Изящные бедра, я не знаю. Та що ж все в молоко, а? Так, слушайте, давайте уже начнем раздеваться. Вот вы сейчас в чем? Тебе повезло. С 15 квітня всі війська було переведено на літню форму одягу, так що зараз я в нательном белье. Супер, хорошо. В белье. А какое оно? ХБ. А цвет какой? ХЗ. Подождите, ну, давайте немножко пофантазируем, и вы начнете медленно раздеваться. Ну, добре. Я медленно, пуговица за пуговицей, да, расстегиваю шинель. Да, а я беру вас за грудь. Бери, и медальки покрути. Только аккуратно, потому что какого мы тебя взяли, такого должны мамки и вернуть, да? Ну что,
Ты готов до полета в наслаждение? Да я уже давно готов, давайте, ну. Ну, поехали. Значит, я беру тебе на руки и несу на кровать. А давайте наоборот. Так точно. Я беру кровать и несу до тебе. Слушайте, кладу тебе на неї і починаю цілувати. Да. Цілую, цілую, доходжу до твоїх губ. Да. Чувствуєш? Да. Что это? Прилуки красне. Слушайте. Подождите, я так не могу. Слушайте, ну давайте, я не знаю, как там девушки говорят, но я вся горю. Заведите меня как-то, в этом духе что-то. Ну, добре. Ну. Значит, цей. Я вся горю. Пытаюсь сбити полом, я уходжу в облака. Говорю, база, так, я сьомий. Довольте вийти в бой. Да подождите, все не то. Не то, давайте я. Я начну. Давай. Вы не могли бы отхлестать меня плеткой? А может, лучше ремнем с бляхой? Слушайте, давайте, может, лучше больше романтики. Зажгите свечи. А, свечи? Угу. А. Зажгла. У вас есть шампанское? Шампанское? Конечно. Налейте себе бокал и пригубите. Як скажеш. Ну що, здрогнули? Що? Я говорю, я вся дрожу. Да-да. Я теж. Ух ти! Що случилось? Та газики в нос ударили. Шампусик ядрёный. Да-да-да, я понимаю. А что происходит? Какой-то сексуальный звук. А что ты сейчас делаешь? Лифчик расстёгиваю. Супер! А можно я поглажу теперь тебя ниже спины? Значит, можно Машку за ляжку, а у нас разрешите. Понял? Понял. Хорошо. А может быть, попробуем секс втроём? Вот ты неугомонный. Ну ладно, скажи в трубку громко. Президент, терроризм, бомба. О, президент, терроризм, бомба. Ну что, я поздравляю тебя, касатик. До нас только что проигналось из СБУ. Хорошо, я понял. Давайте попробуем иначе. Я не знаю, ударь меня. Ты что, любишь заниматься сексом без сознания, чувак? Да нет, ну при чем здесь? Подождите. Ну представьте, как будто я ворвался к вам в квартиру, повалил на кровать, зажал рот рукой, начинаю медленно душить. Это бы знайду, падла. Да. Короче, давайте, мы уже раздеты и понеслась, окей? Ну так бы и сразу. Значит, запоминай. Так. У меня в сексе один темп, так что не отставай. Да. Раз, два, левой. Левой в затылок дышим. Раз, цветали, яблонеи, гроши. Да ну что, знаете, когда родственники говорят, что приедут погостить на денек, а остаются на полгода. Вот у нас такая же точно ситуация. Обычная семья. Вова, Лена. Ночь. Лена, я к тебе. Давай, только аккуратно. Да. Родственники. Извините. Куда? К жене. Еще раз переступишь, нос сломаю. Извините, дядя Коля. А что за проходной двор, я не понял. Ты угомонишься сегодня или нет? Дай поспать, я тебе говорю. Простите, дядя Витя. Кошмар. Все, блин. Твою мать! Это тот дядя, десантник. У меня инфаркт уже из-за него. Блин. Я так не могу больше жить с ними, с твоими родичами. Когда ты полгода назад сказала, Вовочка, нас ждет пополнение. Я думал, речь идет о ребенке. По
почему они все у нас? Я тебе уже 100 раз объясняла. У них в регионе очень сложная ситуация. Они беженцы. Что такого случилось в Луцке? Какая такая ситуация? Свитязь из берегов вышел? Или что? Прошу тебя, не начинай. Сейчас разбудим всех. Давай спать. Все, успокойся. Спать. Все нормально. Успокоить. Все, давай. Как можно так жить? Лен, у нас уже с тобой 50 не было этого. Может, давай, пока все спят? Да нет, Вов, я при них стесняюсь. То есть они при нас не стесняют. А мы стесняемся почему? Ну ладно. Вроде действительно все спят. Давай, давай. В следующий раз, хорошо? Стоило будить, какой кошмар. Вот это ты. Надо было сломать тебе нос. Это что происходит? Они же каждую ночь тут хэкают, шмякают. Ко мне приходили соседи сверху. Они сказали, что они не могут спать. Им страшно. Тут постоянно звуки. А они, между прочим, сатанисты. Им страшно. Слушай, Вова, мне тоже это все надоело. Но если ты такой умный, возьми и выгони всех сам. Как? Я добрый человек. А они пользуются моей добротой и бритвой. Кто они тут делают? Кто все эти люди? Кто? Тебе уже объясняла не раз. Деверь, сноха, заловка. Я не спрашиваю, чем они болеют. Я говорю, кто все эти люди? Что они делают? Почему они не поедут к твоей старшей сестре? У нее свой дом. Потому что ее нет дома. Где она? Вот. Номер 44 может проследовать в уборную. Твою мать! Ну вот чего ты, вот сейчас ты чего злишься? Я 131-й! Я так не могу! И не могу пойти в туалет нормально, как человек, я не могу! Я должен прятаться везде, как кошка! Я не могу пойти на кухню! Там твоя баба Зоя лежит. Что она? Скажи бабе Зое, чтобы она укрылась. Да зачем? И так жарко, пусть так спит. Она голая спит. Не первый день. Она говорит, я морская звездочка. Вов, ну и что? Зато благодаря бабе Зое ты перестал по ночам шастать на кухню. Перестал жрать все время. Я перестал жрать из-за твоих родственников. Они все сожрали. Саранча! Тихо. Что ты кричишь? Не надо наговаривать. Они тоже не с пустыми руками приехали. Вон целого кабанчика с собой привезли. Так почему они его не заколят? Потому что он тоже из Луцка приехал. Да мне ваше землячество уже достало! Мало того, что ты его прописала, так мы его убить не можем! Нет, не могу, я не могу пойти никуда, я не могу принять ванную даже, я не могу зайти туда. Почему? Там все время живет твой дедушка Алик. Да, он там спит, потому что больше негде. Да, но почему, когда я принимаю душ, он не выходит? Ну, потому что тебе на работу на 8, а дедушка старенький, он к 12 только просыпается. Я извиняюсь, а ужинать сегодня будем? Так ты угомонишься когда-нибудь или нет? Это 8-й ужин! 12 часов ночи, ляг! Ты что кричать? Это твой двоюродный брат. Очень странный. Господи, да чем же-то он странный? Потому что не могут дети в 5 лет так выглядеть. Невозможно. О, дядя твой, Витька. Лунатик. Тоже очень странный. Какие-то десантник-алкаш. Это ж надо додуматься. Каждую ночь отправляет этот десантник его в магазин за водкой.
Ну, да, ну, согласна. Немножко странные они все. Но зато, Вова, их много. И в этом их плюс. Воры к нам в жизни не залезут. Какие нахрен воры? Может быть, этот дядька усатый и есть вор? Какой вор? Я тебе уже говорила, это моя сестра из Еревана. Она здесь благодаря законам гостеприимства. Она здесь благодаря закону Савченко! Так, ладно, хватит. Че ты кричишь все время? Дядю Васю разбудишь. Дядя Вася твой. Я вообще с самого начала думал, что это Ким Чен Ын. Ой, тоже. Начинаешь вот это вот. Прямо подумаешь, похож человек на Ким Чен Ына, с кем не бывает. Да ни с кем не бывает. И скажи ему, чтобы он смывал после себя в туалете. А то я не северокорейский народ. Я терпеть не буду. И главное, выходит, слышь, такой гордый из туалета. Как будто бы он не по большому сходил, а по великому. Ладно, все. Ой, кто это такой? Что происходит, Лена? Что это нахрен происходит, Лена? Кто это? Вова, это мой брат, тоже троюродный. Троюродный? Родственник. Ты уверена? Я с ним вчера разговаривал. Он думает, что ты его баба. Лена, кто это? Так! Все, меня достало. Ну-ка, все, подъем! Быстро все встать! Встаем, говорю, встаем! Быстро встаем! Значит так! Уважаемые родственники, я этого терпеть больше не буду. С этого дня... Алкоголик. С этого дня мы живем по новым правилам. Значит так, с утра все запомнили. Запомнили. Первыми завтракают дети. Передайте бабе Зое. Дети. Не дети войны, а просто дети. Дальше. Если вы идете в туалет, и дверь заперта, это не значит, что поломалась ручка. Это значит, что там кто-то сидит. Не надо ломиться. Не надо выламывать своими ногами и ломиками дверь. Не надо пытаться попасть в унитаз, когда я там сижу. Снайпера чертовые. Теперь, во время обеда, когда мы читаем обеденную молитву, передайте, пожалуйста, своей тете Алле. Не надо входить в кураж и собирать милостыню. Ясно? И теперь самое главное. Передай, Лена, своей маме. Когда ночью, Лена, когда, Леночка, ты кричишь: о, Господи, быстрее. О, мамочка, быстрее. Не надо ломиться через всю квартиру. Лене сейчас хорошо. Вы запомнили? Ой, Вовочка. А это мои родственники дальние приехали. Помнишь, я предупреждала тебя? Что? Звери. Звери? Угу. Твоя мама, я смотрю, вообще без берегов. Какие нахрен звери? Да нет, ты не понял. Ну, звери. Стая! Да нет, группа звери. У них там еще Рома главный. Маугли! Да нет, Рома, зверь. О, Господи. Друзья, встречайте, у нас в гостях группа «Звери». Твою... Давай!